16 июня открылся юбилейный 20-й Петербургский международный экономический форум. В числе представителей 500 иностранных и 600 российских компаний, а также политиков из почти 40 стран, здесь работает и делегация из Ульяновской области, которую традиционно возглавил Сергей Морозов. В первый день работы форума временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области принял участие в панельной сессии и провел ряд переговоров. На примере своего региона могу сказать о том, что экспортные поставки увеличились, а регион у нас, вы знаете, в полном объеме машиностроительный, это и автомобилестроение, и станкостроение, авиастроение, и ядерная технология, в два раза, более чем в два раза. Я думаю, что 2016 год будет даже более результативный, потому что темпы роста поставки продукции на экспорт по итогам первого квартала составили 187%. И вот мы посмотрели сейчас уже майские показатели, они не уменьшаются. Также глава Ульяновского региона провел встречу с руководителем проекта «Хелипорт» Александром Хрусталевым, в ходе которой обсудил график реализации программы «Хелипорт» в Ульяновске. Он подписал инвестиционное соглашение о создании производства химических и углеродных волокон полного технологического цикла в индустриальном парке «Димитровград». Соглашение с главой «Мастеркард» в России, Казахстане, Белоруссии, Армении Алексеем Малиновским о внедрении в регионе единого платежно-идентификационного инструмента «Школьная карта». И соглашение с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым и президентом Ростелекома Сергеем Калугиным, согласно которому в 212 населенных пунктах Ульяновской области с населением более 250 человек появятся высокоскоростные точки доступа в интернет. Уважаемые коллеги, мы только что с вами стали свидетелями подписания очередных соглашений с регионами Российской Федерации, компанией Ростелеком, Министерством связи и массовых коммуникаций. Цель этих соглашений одна – сделать так, чтобы даже в малых населенных пунктах, которых в нашей стране очень много, наша страна сильна своими регионами, сильна вот этими малыми населенными пунктами, обширными территориями, чтобы там везде была качественная, современная связь. Сегодня Сергей Морозов пройдет еще ряд встреч с потенциальными партнерами и федеральными министрами. Обсудит с главами субъектов Российской Федерации синхронизацию работы региональных механизмов поддержки экспорта и инструментов, действующих на федеральном уровне, и примет участие в пленарном заседании форума. Георгий Кузнецов, Лилиана Рахматуллина, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.